Что значит закон Снеллиуса перестает работать? Проводим опыт. Угол падения меньше, угол преломления больше. Этого нам уже говорить не надо, это мы и так знаем. Начинаем наращивать угол падения. Обратите внимание на отраженный луч. Интенсивность отраженного луча растет по мере увеличения угла падения. Он становится все ярче и ярче. А смотрите, что происходит с преломленным лучом. Он начинает прижиматься к границе раздела двух сред. И вот он прижался, пошел перпендикулярно, то есть вдоль границы раздела. А кто же нам мешает еще сделать больше угол падения? Пожалуйста. Где преломленный луч? Его нет. Вот что значит, что не выполняется закон Снеллиуса. Просто-напросто явление преломления перестает существовать. Весь свет отразился в первую среду, хотя здесь никакое не зеркало, а граница стекло-воздух. Вот это явление получило название «полное отражение».